Мороз и солнце, день чудесный. Вот 24 октября, выйдя в придомовую теплицу утром, я сразу увидела, что у нас был снег. Сейчас я выйду в огород, посмотрим нашу погоду. Всем привет, с вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. И вот не далее, как вчера, я говорила, что ой, у нас довольно-таки тепло, мы тут с собачкой бегали. И я показывала вам, что в прошлом году у нас был снег, все нас завалило снегом. Снег не заставил себя долго ждать. Выйдя утром, вот сегодня я увидела, что ненамного отличается нынешняя погода от прошлогодней. Все завалило снегом, но радует, что солнышко припекает, ну как пригревает. И уже, смотрите, с придомовой теплицы уже все льется, потому что она вот так у нас расположена, что она вся на солнце. Это радует, потому что сегодня я пойду собирать последний урожай с уральской теплицы и хочу там немножко поубираться. Хотелось бы, конечно, чтобы там прогрелось. Но небо не очень радует. Вот видите, темные облака. Наверное, все-таки снегом нас сегодня завалит. Надюшка по привычке выходит за мной и не может понять. Ей неохота по грязи. Она так осторожно лапками. А шевелятся эти снежинки. Смотрите, она играет. Ну все, помаленьку к нам приходит все-таки зима. Маленькой Мэри обидно, что я и кошка ходим по огороду, а она никак, вот она в эту дырку пытается вылезти, а уже здоровая и не может. Мэри! Хочешь на улицу? Кстати, у меня в придомовой теплице все еще вот это вот стоит петрушка, которую я... Когда было холодно, первая волна холода, я ее выкопала, в ведро посадила. И пока температура позволяет здесь ей расти. И еще у меня здесь в ведре до сих пор растет редиска. Ну, естественно, я сама уже посадила вот сейчас осенью. И я за ней наблюдаю. Сейчас мы залезем сюда. Вот смотрите, она завязалась. Но в домашних условиях редиска в ведре, которая стоит на окне, она посеяна была позже, но она уже большие такие завязала головочки. И у нее корнеплоды намного крупнее. А это она расти растет, но увеличиваться сильно не увеличивается. Все-таки ей здесь, наверное, немножко холодно. К сожалению, для нее места на окне уже нет. Там уже салаты растут, все они поместились. Она сначала же там начинала расти. И я вот хочу дождаться... Вырастет она или нет? Наверное, нет. Наверное, все-таки холод придет раньше, чем редиска вся эта сформируется у меня. Жаль. А так она хорошенькая, веселенькая, молодая редиска.